Перед началом ролика просим вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Спасибо! Застолья в нашей стране встречаются нередко. А для хорошего застолья очень важен хорошо накрытый стол. Ведь сытый гость – довольный гость. Помимо основных продуктов на стол выносят множество различных фруктов, и многие используют их в качестве закуски. Но оказывается, далеко не всеми фруктами можно закусывать. Бывает, что такое застолье может стать для человека последним, либо принести значительный ущерб здоровью. Дыня. Думаю, многим она приходит по душе. Особенно, когда полностью созреет. И в конце лета нередко бывает на нашем столе, либо же во время застолья. Кушать дыню можно, но категорически не рекомендуют ставить ее во время застолья, так как у многих начинаются проблемы с желудком. И может дойти вплоть до госпитализации бригадой скорой помощи для промывания желудка. Манго. Так же, как и дыня, любимый многими фрукт, которым многие хотят полакомиться и нередко используют во время застолья. Но как бы не хотелось употребить в качестве закуски данный фрукт, советуем вам отказаться, так как проблемы с желудком вам обеспечены. Манго раздражает слизистую желудка, а алкоголь это дело все усугубляет. Отсюда и появляются проблемы вплоть до пищевого отравления. Грейпфрут. Во время застолья на нашем столе нередко встречаются цитрусовые, такие как лимон, апельсин, мандарины. А грейпфрут практически не встречается, и это неспроста. Грейпфрут содержит в себе ферменты, которые блокируют ферменты печени. При сочетании с алкоголем можно догадаться, какой удар получит печень, а следом организм. В лучшем случае вас ждет алкогольное отравление, а в худшем проблемы с печенью вплоть до цирроза и печального исхода. Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо.